Вот кто первый обрел Власова в российской элите? Кто первый обрел бандеровца в российской элите? Кто первый испоганил Красную армию своими вымыслами во Второй мировой войне и в Отечественной войне? Кто первый придумал о 50 миллионах погибших? Самый уважаемый у вас человек. Солженицын. Вы из него делали святого. Ну, я-то точно нет. Страна сделала. Какая разница ты? Страна сделала. Вы его почитаете. Как святого. Почему как святого? Потому что против святого ничего нельзя сказать. А там, где он наврал, а там, где он сфальшивил, нельзя, потому что он святой. Вот любого у вас можно испохабить. Любого вашего государственного деятеля в истории можно обмазать дерьмом. Но слово сказать, что Солженицын не прав, нельзя. Он святой! Не, я говорю все время. Опять какая разница, что ты говоришь? Государство-то! Ваш президент ходит в его музей и почитает его как святого. Не как святого, но как святого, потому что так, как он относится, так и другие смотрят. И поэтому верят в то, что он сказал. И где-то на государственном уровне кто-то поставил против того, что он сказал. Кто-то поставил факты. То, что Стариков пишет, кто это читает? Государство-то его поддерживает. Это уж проблемы Старикова, мне кажется. Всю ложь, которую выложил Ельцин. На каком уровне вы с этим пытаетесь бороться? Что Хрущев говорил? Все, чем обливали? Нет, у вас нет. И к власти, потому что она говорит, нет доверия. А с маленького начинается.